Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Всем привет, меня зовут Люба. Я живу в Калифорнии, и я бы хотела немножко рассказать о том, как я узнала Валентину Сивич и ее приют «Лохматая душа». Примерно в феврале я услышала о том, что в России убивают много бездомных животных из-за чемпионата мира по футболу. И я сразу начала пытаться искать какие-то пути, чтобы помочь всем, ну, некоторым, по крайней мере, бездомным животным. И таким образом я узнала Валентину и ее приют. У нее примерно 800 или 1000 даже животных, которых она всех очень любит, как своих детей. И я видела ее в нескольких видео. Меня она как-то очень задела прямо, и я очень захотела с ней познакомиться. Каким-то образом я нашла ее телефон, позвонила, спросила, как можно помочь, вообще что сделать. И на следующей моей поездке в России я решила просто взять нескольких собак из ее приюта и привезти, найти дома им здесь, в Калифорнии. То есть вот желтая собачка, которая рядом со мной сидела, она именно из приюта «Лохматая душа». Я очень благодарна Валентине за то, что она спасла столько много животных и помогла нам начать организацию здесь, в Калифорнии, чтобы находить дома собачкам здесь. Thank you.
покрутись. Иди сюда, покрутись. Нормально, места достаточно вот так вот. Единственное, что вот по высоте она впритык, но так она, в принципе, нормально. Вот так вот. Лежит она и стоит, и крутится, места полно у нее. Это у этой тоже у Милы. Она поменьше, ну, как бы тоже нормально. Эти, значит, у нас Юрок тоже нормально. И мелкая, побольше ей чуть-чуть. Дали себе ножку, все хорошо. Вот так вот. Thank you.
Охранная собака. Это Леройчик. Это Лерой. Небольшой такой мальчик тоже. Красавчик. Ну хотя как небольшой, лапы длинные. Он вставай. Ведь из овчарки. Он давай, Леройчик. Ведь из овчарки. Пойдем погуляем. Давай, давай. Ух ты. Хороший нежный пошли. Мальчик такой. Пошли. Тоже контактный. Пойдем погуляем. Пойдем погуляем. Пойдем. Ну не ложись, погуляй. Пошли, пошли, пошли. Ты его придушиваешь. Пошли, 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 пошли. Пошли, погуляй. Ай, ты мой золотой. Кого ты там увидел? Во. Ай, красавчик, унес. Как. Юра всех унес. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Он хороший. Он у нас очень красивый ребенок, вот. Его подобрали в Чехове на мусорке. Да, и вот такое дитё красивое. Выкинутого.